Դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, մենք շարունակում ենք աշխատել Ուկրաինայում, այս պահին գտնվում ենք Մակարովում։ Հիմա կզրուցենք տեղացիներից մեկի հետ, մենք կանգնացենք իր տան ֆոնին, որը ռուսների ռուսինվորների կողմից ոչնչացվել է եւ արդեն մանրամասները մեզ տեղաբնակ կպատմի։ Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Александр Лысенко. Можете подробнее рассказать, что случилось, как разрушился ваш дом и что произошло во время наступления российских войск, оккупации? Ну вот первые дни, уже 24-го они зашли, через три дня они уже были здесь. Уже через три дня бои шли. Вот мы, наши окна выходят на улицу, и мы вот стоим в окнах. Олег считает, мой сын считает, сколько танков прошло, записывал, сколько техники прошло, сколько бронетехники. Вот все записали, они прошли. Ну и потом им возле трассы, возле Киевской, немножко насыпали, и они убежали все сюда. И все были вот за 500 метров от нас. Там есть гольф-клуб, и они все осели там, вся техника. И вот, а наши, это была серая зона. Сюда ни наши не приходили, ни их не. И они просто, перестрелка была. Наши туда, они сюда. Что не долетало, все сюда падало. Мы сидели, сидели до последнего. Но уже жарко было, уже сидеть нечего. И прибежали наши бойцы. Вон возле того дерева есть недостроенная церковь. Туда пару русских засели, и там они сидели. И наши ребята возле этого дома, вот на углу, хотели их вычислить. Когда же, откуда же идет бой? И они там лежали, лежали, а потом видят, что дела хреновые, и прибежали сюда, говорят: дядя Саша, спасайте нас, куда бежать? Они сейчас идут во двор к нам уже. Я их с сыном через забор. Они через забор убежали, ну, они не пошли, потому что обстрел начался, и они не зашли во двор, вот так. Ну, мы посидели, а потом они пришли, солдатики, говорят: все, надо уходить, сейчас начнется. Дрон прилетел оттуда, увидел вас и нас, что вы их, нас прячете здесь, все, сейчас будет обстрел. И началось, жар, просто жутко было. И мы убежали. А как разрушился? Остался сосед мой. Дедушка с бабушкой остались. Мы уехали. Ну, я не знаю, ну, прилетело именно сюда. Им прилетел. Снаряд? Да, снаряд прилетел. Дедушка оторвала пальца. Он сам себе потом ножницами его отрезал, потому что, ну, ни медицины, ничего не было. И они уже жить негде. Все, а зима ж вот так же ж было. Они перешли ко мне в гараж жить. Там печка есть. Вы были там? Нет. Там печка есть, там все. Консервация, погреб. И они всю войну там пробыли. Вот такие дела. А когда мы уже начали по телевизору начали показывать съемки, и мы увидели свой уже дом, уже по телевизору, что он разрушен, и ничего уже здесь нету. Мы были в Закарпатье, вернулись. Ну, вот такие дела. Что они тут денацифицируют, по-вашему? Я не знаю, что. Или там что-то мозги запудрененные у них. Ну, не знаю. Спрашивали у них, видели вы бандеровцев? Не видели. Что? Что мы? Наколки какие-то шукают. Какие наколки, я не пойму. Ну, вот такое.
Сколько уже времени, что тут там периодически здесь нормально? Как нормально? Здесь нормально? Прямо вот тут. Вот тут ненормально. Каждую неделю у нас обстрел идет. Тут отстрелили? Ну да. Каждую неделю дрон прилетает. Бабах-бабах. Не именно сюда, но не будем, не будем называть точные данные. Да. Так что у нас тяжело здесь. Как живется в таких условиях? Плохо. Ну, как жить? Вон снимаем дом через дорогу. Соседка выехала в Финляндию и там живет, а там ухаживаем мы за собакой. Ну так. Вот такие дела. Много людей тут пострадало мирных? Мирных? Вот сосед. Вот где каштан, орех растет. У его... жена или убила, ну не знаю, он прибежал ко мне, говорит: Саша, пойдем жену похороним. А где? А там же они сидят, стреляют постоянно. Так мы и втихаря там прикопали, и прямо, прямо во дворе. Потом уже, когда приехали, мы ее выкопали и уже так поховали. Вы видите, какие обстрелы были, что все дома, здесь жестоко было. Это был наш дом, мы построили его, жили 15 лет, и вот разрушили. Практически новый дом. Вот людям уже начали отстраивать, видите, крыши делать. Там это тоже будут? Ну, обещают. Но это все будет после войны. У кого совсем ничего нет, после войны все будет. Где вы прячетесь, когда нам дрон летит или что-то? Мы в погреб лезем, в гараж. Когда тревога. Вот вчера была тревога. Ну, у нас каждый день тревога. А население тут осталось так же или многие выехали? Выехали, многое. Вот соседей нет совсем, где они, не знаю. И та в Германии, я ее, когда вывозил, до Львова довез соседку Таню, и она дальше поехала. А мы в Закарпатье остались. Ждете нового наступления? Наступление? Ну, я думаю, пеши не пойдут, а так ракетами может закидать. Что должна делать Украина? В Украине, ну, тяжело сказать. Тяжело с этой Украиной, не пойму. Я думал, война сплотить всех. А начинается коррупция, и начинается по-новому это.